В День Конституции народный поэт Чувашии Валерий Тургай провел творческий вечер с учениками 47-й школы столицы. Поэт говорил с ребятами о творчестве, о любви к родине и родному языку. Любой нормальный человек должен гордиться своим народом, своей родиной. И, конечно же, всегда презирали, прежде всего, предателей. Предатели всегда презирали и будут презирать. Потому что человек, который предает свою родину, свою семью, своих детей, он не имеет носить гордое имя человека. До того, как получить общественное признание и звание народного поэта Чувашии, Валерию Тургаю пришлось пройти через многое. Борец за справедливость и любитель высказывать в лицо вызывал непонимание у чиновников и власть имущих. Но поэт Тургай не сошел с пути и вложил много сил, чтобы продолжить дело Яковлева и просветить чувашский народ. Он и сейчас продолжает дело жизни, разъезжает по селам и городам республики и общается с подрастающим поколением. Одно дело читать произведения того или иного писателя по школьной программе, но другое дело все-таки его видеть самого, слышать его выступления. Это совершенно другое. Сужу по своему детскому опыту, когда к нам в школу в Комсомольском районе приехали наши земляки-писатели, для меня это было нечто. И сегодня, слава Богу, в нашей республике дети, подрастающие поколения почитают людей творчества, в том числе писателей Чувашии.